Военный священник Олег Артемов награжден президентом РФ посмертно орденом мужества, сообщила Русская Православная Церковь. Артемов погиб под обстрелом 24 марта в Белгородской области в селе Журавлевка, недалеко от российско-украинской границы. Артемов служил настоятелем храма Георгия Победоносца в городе Новая Ладога. Последний месяц он работал капелланом в одной из частей ВС России. Священник участвовал в Чеченской войне в составе казачьих подразделений. Также он был священником на научном судне «Адмирал Владимирский» и принимал участие в подводных и надводных морских походах.